сегодня день рождения отмечает тигра Майнкрафт. Да, или же попросту Максим Пономаренко. Кто это? В общем-то, мой друг. А также сейчас я покажу, кто, блин, Google Chrome затупил. Надо будет Opera GX установить как-нибудь, ладно. Так, это не реклама, ребят, не волнуйтесь. А то, он не просто друг, он мододел. А также я с ним работаю. А еще он кто? Сейчас я покажу. Да, блин, да грузись. Залагала. Короче, я пока грузится, я хочу поздравить его с днем рождения. Ему же исполнилось 12 лет. Счастья ему, здоровья, продуктивности. В общем, он на один год старше меня. Вот мне исполнится 13 в этом году. Он также кандидат на пост президента студии Реон. Вот, Максим Пономаренко. В общем, с днем рождения его, да. Еще раз поздравляю. Давайте ему на его день рождения, вот, на его канал. Вот сейчас тигра Майнкрафт Кэт. Вот, смотрите, у него есть канал на Ютубе, тут 72 подписчика. Да, пожалуйста, умоляю вас, подпишитесь. Давайте ему сегодня же добьем сотку, потому что он хотел сотку подписчиков на свой день рождения, но он не добил. Я не знаю, он будет очень расстроен в связи с этим. Вот. Давайте ему 100 подписчиков наберем. Ну, я не знаю. Ну, потому что он очень будет расстроен, если не наберем. В общем, я ему делаю бесплатный пиар в честь дня рождения. Вот. Поэтому ссылка на него в описании. Подпишитесь, пожалуйста. Я вас просто умоляю. Умоляю вас. Подпишитесь на него. Просто молю вас. Я молю вас о помощи ему. Пожалуйста, ребят, подпишитесь на него. Очень спасибо за просмотр. Еще раз поздравляю Тигру Майнкрафт Кэт с днем рождения. В этот раз я прошу, подписывайтесь на него, ставьте ему лайки и жмите ему колокольчик. Да. И, пожалуйста, ни в коем случае не отписывайтесь. Если YouTube вас отпишет, подпишитесь, пожалуйста, заново, иначе он просто упадет в депрессию.